Привет, Пермь! Я Вася. Я Лиза. И сейчас мы находимся в пригороде города Санкт-Петербург, в Зеленогорске. Здесь мы сейчас работаем. А еще пару дней назад мы стали счастливыми студентами. Я поступила в Институт кино и телевидения. А я поступил в Академию гражданской авиации города Санкт-Петербурга. И всех, кто все еще ждет результаты поступления, мы хотим вам сказать, что мы в вас верим и желаем вам огромной удачи. И все у вас получится. Всем пока! Пока!